Сегодня 22 января, на улице минус 5, солнце светит, и я решила вынести вот эти две пеларгонии в виде эксперимента на лоджию. Она у меня не сильно утепленная, но при минус 35 тут был, может быть, где-то минус 2, минус 5, может быть, ночью. А днем был вообще плюс. Поэтому сейчас на улице не так холодно. Открываю форточку на микропроветривание только днем. Ночью я ее закрываю. Розмаринчик стоит нормально при морозе. Я его, правда, домой заносила на ночь. Поэтому решила пеларгонии. Ничего, переживут. Вот эти две пеларгошечки, они мне не так важны. Они мне на кухонном подоконнике стояли не в самых элитных местах. Вот даже немножко стала одна тут или подмораживаться, или подсыхать. Эту я все обстригла, а эту стричь даже не стала. Поэтому пусть послужит мне в виде эксперимента. До весны еще далеко. Я посмотрю, как все они будут себя чувствовать эти дни. И остальные сюда перенесу.